Более 900 миллионов рублей потребуется Нефтеюганску, чтобы перейти на закрытую систему горячего водоснабжения. Сейчас в большинстве домов она открытая. Это значит, что горячая вода в краны поступает из системы теплоснабжения. Согласно требованиям федерального закона, с 1 января следующего года для отопления многоквартирных домов будут поставлять специально подготовленную воду. Использовать в быту ее нельзя. Теперь городским хозяйствам необходимо решить, как обеспечить жильцов многоквартирников горячим душем. В Нефтеюганске предлагают дооснабдить дома с индивидуальными тепловыми пунктами. Всего необходимо 452 таких пункта. По подсчетам обновления обойдется в 915 миллионов рублей. Также городу предстоит обновить и систему очистки воды. Возможности новой фильтровальной станции на 20 тысяч кубических метров и увеличение мощности на водозаборе позволят перейти на закрытую систему. Есть станция ВОЗ, которая очищает воду с поверхностного источника. В долгосрочной перспективе ее выводить из эксплуатации нужно. То есть оборудование резервировать, консервировать и сохранять. Ну, три станции водочистных эксплуатировать нецелесообразно. Если мы берем в расчет то, что у нас будет построена и запущена в эксплуатацию станция ВОЗ 20 тысяч, это которая планируется, да, по федеральной программе «Чистая вода». Собственно говоря, сейчас мы уже заключили контракты на актуализацию схемы тепловодоснабжения и теплоснабжения, и водоснабжения. Собственно говоря, условия там будут эти учтены и прописаны, и тот вариант, который мы будем применять. Финансовые средства достаточно большие. Это самый наш приемлемый вариант. Он составляет порядка 2,3 миллиарда рублей.